Легкое, теплое пальто из шерсти. Сшить такое можно своими руками из небольшого лоскута драпа. Всего за пару часов. Фасон пальто будет очень простым, ровненьким и без всяких выточек. Классической длины, чуть ниже колена. Получится очень красиво. Понадобится отрез шерстяного драпа длиной 1,5 метра. Я предлагаю взять мягкую шерсть с небольшим ворсом, очень нежного сиреневого цвета. Края обработаем кантом из кожи. Складываем ткань лицевой стороной внутрь. Никаких мерок и сложных выкроек. Раскроить пальто можно, взяв за основу проверенное лекало безвыточное, по которому мы уже сшили не одну вещь. Прикладываем его к сгибу ткани. И рисуем сначала спинку. Из плечевой точки добавляем длину пальто. Это примерно 105 сантиметров. И немного расклешим бок. Корректируем подол. Теперь рисуем полочку. Добавляем припуск на застежку. Обводим по контуру. Вырезаем основу пальто с учетом припуска на швы. Из оставшегося лоскутка кроим рукава очень модной длины – 3/4. Уж из того, что осталось. Пальто можно собирать. Сшиваем плечики и бока. Маленькая портновская хитрость – разутюживать края на ворсовых тканях нужно очень аккуратно. Побольше пара и поменьше нажима на утюг. Иначе ворс примнется и края отпечатаются на лицевой стороне. Складываем и прошиваем рукава и крепим их к основе. Края обрабатываем кантом из кожи. Носить это пальто можно с брошью из обрезков. Или с красивым поясом. А если к пальто пришить подкладку из шелка, то никто и не догадается, что вы сшили его сами. И вовсе не из дорогой ткани, а из той, что давно ждала своего часа на антресолях. Ольга Никишичева, Алексей Овчинников, Первый канал.